На потрясенной битвами планете солдаты мира людям мир спасли. Не ветер боя, просто вешний ветер несется над просторами земли. Пускай грохочут волны, а не войны, и облака плывут за каем. Мы строим жизнь, мы людям доброй воли на мир и дружбу руку подаем. Судьбу людей на этом белом свете мы отстояли подвигом своим, и вечно за грядущие в ответе живые или мертвые стоим. В строю годов, от самой дальней дали, горящих дат неизгладимый след. Со дня победы люди отсчитали нелегких 10 лет. Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Быть верным заветом в деле. Твердо стоять за дело нашей коммунистической партии. Твердо стоять за дело нашей коммунистической партии. За победу коммунизма. За победу коммунизма. Обещаю жить и учиться так. Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей советской родины. Чтобы стать достойным гражданином своей советской родины. Весна 55-го бурная, как паводок на Енисей. Легенда рассказывает, что некогда с предгорий Саян добрый молодец Енисей ринулся навстречу с дочерью седого Байкала, красавицей Ангарой. Середина 20 века останется в памяти людской творимой легендой, воплощенной среди тайги в бетоне и стали. Именно тогда закрепило свои права хорошее и веселое слово «романтика». Там, где был древний братский острог, растет город-строителей будущий ГЭС. И рядом с башней, где некогда томился протопоп Аввакум, возникли новые улицы. Вся страна строила Братск. Все республики посылали сюда новобранцев стройки, таких как Фарида Мусмельдинова или Виктор Иванович Зайцев. Вся страна посылала технику Братску. Здесь проходила передовая, здесь молодость испытывала себя на прочность. А на юге Сибири клокочут вешние воды. Это предгорье Алтая. Здесь второй год идет бой за освоение целины. Совхоз урожайный. Молодые москвичи-автозаводцы переменили место жительства. Первые отряды добровольцев переселились в Алтайскую степь. Тысячи и тысячи новоселов обживали эту землю. И среди них уже подлинно местные жители. Ничего не скажешь, совхоз во всех смыслах урожайный. Этого целинника зовут Петя Чистяков. Скоро он будет участником первомайского праздника. А это тезка праздника. Ее так и зовут Майя. А это шествует Валера. Вот какие товарищи выросли на целинных хлебах и свежем воздухе. Готовятся к празднику правнуки героев нашей истории, наследники славных имен, нахимовцы. И суворовцы.
когда на броневых автомобилях вернулись мы, изъездив пол земли, не спрашивайте, скольких мы убили, спросите лучше, скольких мы спасли. Битва под Сталинградом была одной из ярких страниц летописи Великой Отечественной войны. От стен этого героического города войска советской армии начали победоносное изгнание гитлеровских полчищ из пределов нашей Родины. Нанося сокрушительные удары гитлеровским войскам, советская армия освободила народы Восточной и Юго-Восточной Европы от фашистского порабощения. В мае 45-го посреди Европы на реке Эльбе встретились советские и американские солдаты, как братья по оружию, как соратники. Встреча повторилась в Москве через 10 лет. Лейтенант Григорий Белобородько, он же. Ветеран войны Джозеф Половский, он же. Мы приехали с доброй волей и открытой душой, говорили эти американцы, бывшие солдаты. А генералы Америки 9 мая, в день победы над фашизмом, устроили церемонию включения Западной Германии в НАТО. Именно 9 мая. Как по команде взбесились немецкие реваншисты. Для нас настал исторический час. Мы пойдем по пути реванша. Что это? Надругательство над памятью павших? Или желание возродить гитлеровскую империю на новый лад? Знакомая картина. Точно так же в 1933 году начинали гитлеровские молодчики свой путь. Куда он их привел? Чем он завершился для Германии? Скоро же вы обо всем забыли. У вас короткая память. А этот задумался. О чем? О себе? О судьбе отца или брата? Или о матери? Святые слезы наших матерей, вы так обильно землю оросили. И вся планета искупить не в силе одну слезинку матери твоей. Вена. Расширенное заседание Бюро Всемирного Совета Мира. На трибуне делегат Сундарбал, Индия. Альберто Кавальканти, Бразилия. Представители Советского Союза Николай Тихонов, Сергей Герасимов. Фредерик Жюль-Кюри, Александр Фадеев и все члены бюро подписали обращение к народам мира. Правительство, которое развяжет атомную войну, будет лишено доверия своего народа.
Мы требуем уничтожения во всех странах атомного оружия и средств его производства. Под этим обращением подпишутся все, кому дорог мир. Что такое мир? Что такое силы мира? Я никого не собираюсь поучать, товарищи. Только мне хочется дать этим словам свое рабочее определение, которое я выносил в своем сердце и почувствовал вот этими самыми руками. Москва, Дом Союза. На трибуне уральской рабочей Куклин. Руками приученными голосовать за мир, не простым подниманием их выше головы, а делом, трудом, беззаветной работой. Владыкой мира будет труд, так говорит партийный гимн «Интернационал». А на фронтах Великой Отечественной войны солдаты и поэты мечтали. Пройдет победой завершен великий путь войны, а после очень хорошо, не будет тишины. Гудок скомандует «Подъем!», потом досмотришь сны. Включайся в песню, в стройку, в гром, в звучание страны. И хорошо, когда вокруг такой весенний свет, когда в работе из-под рук выходит вещь, предмет. Июльский пленум ЦК КПСС 1955 года потребовал резко улучшить организацию производства, внедрить достижения науки и техники в промышленность и реконструировать ее. Пленум принял проект директив 20-го съезда партии. Люди хотят рапортовать съезду своими делами, а новостройки страны, словно нетерпеливые десятники, подгоняли заводы. Давай, давай! Каховская ГЭС еще только строилась. Каховка, Каховка. Горящий назвал ее поэт. Теперь она горит огнями электросварки. 4 агрегата, а не 2, как намечалось раньше, дадут ток в 55-м году. А неподалеку уже построена Цимлянская ГЭС. Где росла в степи ракита, шумит Цимлянское море. Здесь, в Казахстане, тоже зашумит море, только иное. Море пшеницы. Земля Целины попала в добрые руки. Романтика – очень нелегкая штука. В ней труд и усталость, дороги и встречи, палатки, мозоли, любовь и разлука, холодные ночи и жаркие речи. Июльский пленум сказал, на землю должна прийти техника. Старые машины износились, новые только начинали поступать. Только еще сходили с конвейеров многие типы машин, необходимые для полной механизации сельскохозяйственных работ. Мы создавали новый хлебный цех на востоке страны. После рабочего дня, светового дня, с восхода до заката, особенно вкусна еда. И нет слаще холодной, чистой, родниковой воды.
Мюнхен. Та самая пивная, вернее, одна из тех, где некогда вопил Гитлер, где сколачивались штурмовые отряды СС, где детоубийцы и насильники пели «Deutschland, Deutschland, über alles» и орали «Drunk на Хостен». Теперь орут эти. За что ему дали крест? А этому за что? Сам канцлер Аденауэр благословляет вновь созданный Бундесвер. Если под этой каской есть голова, вспомни. Так было 10 лет назад, в мае 45-го. Каска острая, как меч. Берлин, центр. Наверное, они все помнят, но ничему не научились. Они уже репетируют новую войну. Это маневры близ Нюрнберга, города фашистских парадов, города, где судом народов были осуждены и казнены фашистские главари. Простой народ не хочет войны. Он слишком хорошо знает, что она такое. Мундиры на огороды. Немецкие матери не хотят видеть своих детей калеками. Я хочу стать хорошим техником, но не солдатом. Дед носил форму кайзера, отец носил форму фюрера, а я хочу носить гражданскую одежду. Памятный день 22 июня открылась Всемирная ассамблея мира в Хельсинки. Мировое общественное мнение восстало против грозной опасности войны. Шаг за шагом можно разрешить международные противоречия, и тогда осуществятся надежды народов. Усилия Советского Союза и всех миролюбивых стран сделали свое дело. В Женеве собрались главы четырех великих держав. Впервые после войны, впервые за 10 лет. Западные руководители произносили вдохновенные речи о мире и одно за другим отклоняли советские предложения. Но все же новый шаг был сделан. Дух Женевы означал взаимопонимание и сотрудничество. Хотя дальше духа дело не пошло. Эти голуби были вовсе не символическими, но они несли добрые вести. Вьетнам, город Танхай. По решению Женевского совещания французские войска покидают страну.
только военные, но и штатские. В данном случае дирекции угольных шахт. Вьетнам для вьетнамцев. Люди имеют право быть хозяевами на своей земле. Народ праздновал свою независимость. Вена. Еще до Женевского совещания по инициативе Советского Союза подписан государственный договор с Австрией. Западным державам, скрипя сердце, пришлось согласиться на создание независимой и нейтральной Австрии. Союзные войска покидают Вену. Идут советские воинские части. Американцы. Французы. Англичане. Австрия тепло прощалась со своими освободителями. Через 10 лет после победы над фашизмом воинские эшелоны снова держат путь на восток, домой. Заканчивалась вторая послевоенная пятилетка. Строились Ангарская, Бухтарминская, Новосибирская ГЭС. Уникальная подвесная дорога. В 100 метрах над Волгой почти километровый мост к строительству Сталинградской ГЭС. Монтажники Евгений Сафронов, Василий Карин, Виктор Лукьянов, Василий Крылов. Каждый час по этой дороге ГЭС будет получать 900 тонн грузов. Каховка, Каховка. Почетное задание разобрать перемычку поручено одному из лучших машинистов экскаватора Андрею Маслаку. Последний ковш. К утру следующего дня котлован был заполнен. А это уже не котлован, а море, Балтика. Латвийские рыбаки, бригада Арвида Берзитиса. Точно такая же тельняшка была на нем в октябре 17 года, когда Берзитис штурмовал Зимний вместе с матросами Балтфлота. Рыбаки Латвии порой отплывают далеко от родных берегов, в Северное море и в Атлантику.
А мы повернем на восток, на Алтай, в раннюю весну 55-го года. Что нам известно? Точечка на карте, а там нас ждут огромные дела. Дежурные по станциям, ударьте во все, что ни на есть колокола. Пусть знает мир, что ярко засияла над нами путеводная звезда, что в юности от каждого вокзала в романтику уходят поезда. Над студенной речкой Кокша еще только вырастет поселок совхоза Урожайный. Целина еще не изведана. Как к ней подступиться? Иван Николаевич Горин всю жизнь прожил на Алтае. Знает эту землю, знает, чего можно от нее ждать и как нужно от нее взять. Техника проходит испытания степным бездорожьем. А последняя модель автомашины «Победа» испытывается на пересеченной местности. Но уже на магистраль выходили первые «Волги». На улицах Москвы появился новый троллейбус. Москвичи дивились и радовались. Первые такие троллейбусы возили по городу только экскурсантов. А в Ленинграде торжественно открылось метро. Ленинградцы утверждали, что если московское метро лучшее в мире, то ленинградское лучшее в Советском Союзе. Знатный проходчик Иван Михайлович Пастухов и его друзья, проходчик Тарасов, монтажник Петрунин, штукатур Ушакова, почетные гости праздника открытия. В театре имени Пушкина шла пьеса о Маяковском в роли советского поэта, народный артист Советского Союза Николай Черкасов. Разворачивайтесь в марше, словесной не место кляузе. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левый, левый, левый. Эй, синеблузые, рейте за океаны. Или у броненосцев на рейде ступлены острые кили. Пусть оскались короной, вздымает британский лев мой. Коммуне не быть покоренной. Левый, левый, левый. «Левый марш» написан в 1918 году, когда 14 держав Антанты обрушились на молодую Советскую Республику. А в 1955 году Британия ждала наши корабли, идущие по морю, с дружеским визитом. Эскадру вел адмирал Головко. Англия, Портсмут. Даже прославленные морские волки были изумлены искусством, с каким швартовались наши военные корабли.
английские ребятишки, прирожденные мореплаватели, были гостями на советских кораблях. Советские люди отдали дань памяти матросам и офицерам британского флота, погибшим в боях с фашизмом, не дожившим до мая 45-го, до Дня Победы. Год 1955 памятен нам примерами дружбы, сотрудничества, гостеприимства. В Москву приехала английская труппа. Она привезла «Гамлет» Шекспира, трагедию души, рожденной для добра и увидевшей зло во всей его гнусности. Гамлета играл Пол Скофилд. Он мечтал об этой роли, и вышло так, что премьера состоялась в Москве. Народная артистка Алла Константиновна Тарасова преподнесла цветы режиссеру Питеру Бруку. Акт третий. В роли матери Диана Уинард. What would your gracious figure? Alas, he is mad. На неделю французского кино в Москву приехали Жерар Филипп, Даниэль Дарье, Дани Робен, режиссер Рене Клер. В Большом театре возобновлен балет «Жизель» Адана. Центральную партию танцует народная артистка Советского Союза Галина Уланова. Во Внукове встречали иностранных ученых. Они были гостями старейшего русского университета, праздновавшего свое 200-летие. Здесь учились Лермонтов и Пирогов, Чехов и Тимирязев. Здесь начинают свой путь будущие ученые, инженеры, исследователи. Герой социалистического труда, выдающийся ученый в области аэродинамики, академик Чаплыгин. 60 лет работал в МГУ, воспитатель двух поколений советских химиков, академик Зелинский. Питомцем и профессором университета был Сергей Иванович Вавилов, выдающийся советский физик. Товарищ Ворошилов вручил Московскому государственному университету орден Трудового Красного Знамени. Наука должна служить человечеству. Насущные проблемы века
ученые мира могут решить только сообща. Отправляется первая советская экспедиция в Антарктиду, говорит начальник экспедиции, доктор географических наук Михаил Михайлович Сомов. Основными задачами комплексной антарктической экспедиции является, во-первых, проведение комплексных научно-исследовательских работ в антарктических водах и на материке Антарктиды. Во-вторых, изыскание новых районов для советского китобойного промысла в антарктических водах. И в-третьих, изучение условий и разработка методов аэронавигации в Антарктике. Ледовый материк требует солидной экипировки. Аэрометеоролог Георгий Тауберг сразу стал бородатым. А повару Ивану Истомину не будет страшен любой мороз. Операторы Владимир Ешурин и Александр Кочетков. Дизель-электроход «Обь» отошел от Калининградского причала. Полный вперед! В Москву вернулась команда танкера «Туапсе». Чинкайшийские бандиты захватили советское судно, терзали советских людей. Родина вырвала наших товарищей из пиратского плена. Говорит капитан Туапсе Виталий Калинин. Дорогие товарищи, ровно 13 месяцев назад клика пиратов, разбойников на большой дороге захватила наш мирный советский танкер. Завели на остров Тайвань. Требовали от нас, чтобы мы отказались от своей родины. Нет, товарищи, той силы, которая могла сломить советского человека. Дорогие товарищи, поверьте, мы выполнили так же долг, как и каждый из вас советский человек. Нет ничего счастливее быть сыном своей родины. Нет ничего дороже носить имени советского гражданина. Он пришел сюда и встал здесь навечно. Сын советской родины, спаситель человечества, защитник всего, что дорого людям. Дрезден, чуя свою гибель, фашистские заправилы грозили хлопнуть дверью. Они пытались утащить с собой в могилу то, что является достоянием всего человечества. Они начинили снарядами и минами подвалы и подземелья, затопили их водой. Наши солдаты обнаружили и спасли мировое сокровище – Дрезденскую галерею. Ежесекундно рискуя жизнью, саперы извлекали картины из этих заминированных шурфов. Лучшие художники-реставраторы долго и кропотливо возвращали к жизни обреченные на гибель полотна. Перед тем, как вернуть картины их законному владельцу, немецкому народу, сокровища Дрезденской галереи были выставлены в Москве. Портрет молодого человека, художника Дюрера. Тициан, Динарий Кесаря. Джорджоне, Спящая Венера. Рембрандт, Автопортрет Саскии. Гольбейн-младший, Портрет Моретта. Рафаэль, Сикстинская Мадонна.
Бон, Аденауэр встречает заокеанского гостя, натовского генерала Гюнтера. Сразу видно, явился хозяин. Все ясно. Этих будет поставлять ФРГ, а это будет поставлять Америка. И новые потоки золота хлынут в кассы монополий. Всеевропейские маневры НАТО, 1955 год. Знает ли он, что у генералов уже все рассчитано, все подготовлено? Западно-германский журнал «Штерн» опубликовал карту плана «Х», плана нападения на социалистические страны. Процитируем. «В день «Х» армия, поддерживаемая воздушным флотом, устремится вперед, имея задачу захватить в течение 3 дней Берлин, Щецин, Варшаву, до традиционной русской границы по Днепру». Сколько у империалистической Германии любителей устанавливать границы Советского Союза. Эти просто овечки по сравнению с Гитлером. Тот хотел до Урала, а эти только до Днепра. Варшава. В ответ на вступление Западной Германии в НАТО, на угрозу агрессии со стороны империалистического блока, представители социалистических стран Европы заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, объединили свои оборонительные усилия. В детском саду комбината имени Тельмана в Москве. Коммунизм – это будущее, и мы за него в ответе. Вот перед ними, кому жить и работать после нас. Из огня в подвале вытащил ребенка русский воин, и теперь стоит на пьедестале, светлый, с непокрытой головою. С Волги экскаваторов рычание долетает с ветерком низовым. По домам ушли однополчане. Он один не демобилизован, сжав тяжелый меч одной рукою, а другой прижав к себе ребенка, он глядит за Эльбу, за рекою. Все еще не убрана щебенка, хлещут джин заморские вояки, а за Эльбой хмуро и устало маршируют гитлеровцы в хаки. Хоть мечом достань их с пьедестала. У солдата есть свои расчеты. Он в боях прошел пешком полмира,
что он думает про ту пехоту, знать о том ему да командиру. Но своей великой правде внемля, он не хочет лавров на войне, он не хочет опускать на землю девочку, спасенную в огне, и опять шагать, забыв о ранах, через города в сожженных странах, через доты, что глядят ощерясь, через танки в придорожных рвах, через щебень небоскребов, через белые сдаюсь на рукавах. Он на страже мира, он в ответе за спокойный труд на всей планете и за всех детей на белом свете.